Котельная с одним паровым и маленьким-маленьким водогрейным котлом. Котел паровой производительностью 3 тонны в час. Производство Екатеринбург, горелка ЧИБ и Юнигаз. С этой стороны газовый клапан, будет узел учета газа, редуктор понижающий на маленький котел. Вот, типа механика пока не монтируется, а автоматика будет чуть позже на это все дело. Такой интересный газовый мультиблок. Я такого еще не видел. Попробуем фильтр брестский. Пока идет только монтаж.